пацаны, то, что вы сегодня увидите, возможно, вас шокирует. Собственно, как и меня. То, что я вам сегодня покажу, не поддается никакому объяснению. Я такую карту нашел, от которой мне просто снесло башню. Я не думал, что FIFA 23 такой в целом возможно, что кто-то меня настолько впечатлит. И этот кто-то является бесплатной карточкой FIFA. В общем, присаживайтесь поудобнее, заваривайте себе кофеек, чаек, что-нибудь пожрать. Сегодня останутся довольными абсолютно все, все, кто любит пакетики. Для вас есть 12 тысяч поинтов, и также геймплейная часть тоже будет присутствовать. В общем-то, что стоит начать? Выдавали, в общем-то, бесплатные карточки за прогресс в концовочке, и, собственно, было три варианта на выбор. Я, собственно, сделал опрос в своем телеграм-канале. Кстати, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Забыл, напомню, что я лайкаю первые 100 комментариев, так что напишите что-нибудь классненькое снизу. Короче, в общем-то, подписчики посоветовали мне Паредоса взять. Я взял эту карту, посмотрел на силу удара и такой, вау, 98. Кстати, скамеечники сборной Голландии, наверное, оценили его силу удара. Все наверняка помнят этот забавный инцидент. Первый пристрельный лонгшот у меня получился в перекладину. Я уже подумал на том моменте, что да, эта карта что-то умеет. И потом, друзья, началось. Я вспомнил, что в этой части FIFA есть вот эти вот удары сильные R1, L1. Они у меня никак не летели. Ни из-за какого футболиста, сколько бы я ни пробовал, ни хера. Вот у Генчика Миллера они топово получаются. В общем-то, попробовал я этот ваш удар R1, L1. И посмотрите, что это, блять, нахуй такое. Это что за сила, блять? 98 сила плюс удар L1 R1, это просто какая-то херня невероятная. Потом проходит еще немного времени, тот же самый матч. Я снова нажимаю L1 R1 и посмотрите, что залетает. Просто физика мяча послана нахрен. Это что за сила удара, блядь? Там, блядь, за сотку, мне кажется, зашкаливает. Я такой, ладно, возможно, это просто совпадение. Я такой, окей, вызов принят. Начинаю херачить с более дальней дистанции. Вы посмотрите, что нахрен залетает. Ну, школа Зенита, друзья. Короче, я могу пересматривать этот гол миллиард раз. Ну, посмотрите, что за дистанция, что за удар. Это просто какой-то пиздец. И я вот, типа, вчера был в полнейшем ауте, когда играл за эту карту. У меня ни за одну карточку, ни за одного футболиста не получались вот эти удары L1 плюс R1. Все летело в молоко. А у Паредоса они какие-то просто нереальнейшие, блять. В целом, мой составчик сейчас выглядит таким вот образом. Прикупил я себе Ромеро 5 плюс 5. Просто идеальная карта для ЦЗ. Финальчик, если не ошибаюсь, будет у нас уже сегодня. А это значит, что пора напомнить вам о своих спонсорах. Это мои легальные хорошие друзья из компании Пари, на сайте у которых вы можете сделать ставочку на предстоящий финал Аргентина против Франции. Мне кажется, все намекает на то, что Аргентина должна поднять этот заветнейший трофей. Поэтому заходите к моим партнерам, закрепленные комментарии, все дела. Если вы пройдете регистрацию до конца, то получите отличный бонус, фрибет в размере 1000 рублей. А если вам нужны монетки, мой личный сайт по продаже монет PandaCoin в описании. В общем-то, сегодня затестим вот такой вот сквадик. Также я Фернандеса себе собрал. Посмотрите на эти красивейшие статы, друзья. Ну и Отаменди сюда пришлось пихнуть ради сыгранности. В последнее время я лютый перфекционист. Ну и прежде чем мы начнем геймплей, давайте я вам покажу покопин, который у меня стоялся вчера. 12 тысяч поинтов. Смотрите, что мне выпало. Вы будете шокированы. Вау, вы посмотрите на эти карты. Килиан Мбаппе, Лео Месси, Криштиану Роналду. Ой-ой-ой, что за карта, друзья, вы только посмотрите. Хотя нет, друзья, лучше не смотрите. Цена пугающая, Криштиану без клуба, ну, такое себе. О, праздничный набор, друзья, 575 FIFA поинтов. Ну, слушайте, я даже куплю. Тут, смотрите, анимированные всякие движения имеются, новогодние формочки. Давайте поднимем все новогоднее настроение. О, лысый хер! Давненько не виделись, примерно с фифки 20-й. Блять, вы просто вдумайтесь. Этот урод уже выбегает на протяжении, блять, 3 лет. 20-я фифа, 21-я фифа, 22-я фифа. Ну, просто прикиньте, насколько им поебать на эту игру. Так, ладно, в общем-то, погнали. Надеюсь, сегодня хотя бы одну новую карточку поймаю. Пока что фамилия этого чувака полностью олицетворяет мой покупинг. Соса, попа. Ну, в общем, нормальные пацаны мне сегодня падают. Пак за 50 тысяч монет. Ну, 83. Так, пак за 1000 FIFA поинтов номер 2. Я вот доначу, друзья, как видите, не очень часто. Ну и какого хуя меня травит таким говном? Мне в паке за 50 тысяч упал Бауман.
Я открываю второй пак за 50 тысяч, мне снова падает Бауман. Ну вот скажите, какого члена, как это нахуй возможно? И покажите мне после этого людей, которые не верят в эту ебаную подкрутку, бля, в двух паках подряд. Потом, блядь, в тильте вот это вот говно всякое еще открываешь. Короче, не вижу смысла показывать, что было дальше. 12 тысяч поинтов, самый максимальный рейтинг, друзья, 84. Кайф. Дальше у меня были еще награды за Викингу. В целом это должен был быть отдельный целый покопинг на моем канале, но такую срань мне не захотелось выкладывать, поэтому просто уведомляю вас о том, что ни хера не упало ни за 12 тысяч поинтов, ни за награды Викингу. В общем, трагичная неделя какая-то получилась. Кстати, чекайте, как я по-новогоднему оформил свой стадион. Да, я один из тех сумасшедших, кто сидит, оформляет стадионы. Смотрите, олененок, новогодние формочки, снежок в виде мяча. Nice. Так, ну я, собственно, тоже новогодний Пандос FX, а еще чекайте, блядь. Как вам? Merry Christmas, Happy New Year, бир, все дела. Блядь, а можно нахуй не шуметь? Так, вот такой составчик нам встречается, довольно-таки бюджетненько, можно разъебывать. Так, ну и, собственно, начинаем. У меня все еще есть ачивка забить с центра поля, которая никак не реализовывается. Ну давай уже, блядь, 5000 миллионов лет уже прошло. Бля, как меня бесят эти мастера штрафных. Ну, смотрите, какую хуйню сейчас делают. Ну, просто вот 3 часа. Вот ради этого ты думал, блядь! Блядь. Можно разъебывать. Я думаю, что, в принципе, позиция ударная для него. Ух, бля, вот всегда приятно находить, знаете, вот такие вот, казалось бы, непримечательные карты, которые по итогу, блядь, впечатляют тебя так, что ты такой, ебать. Так, Паредес, опа, вот она, друзья, ударная позиция! На нахуй, Донарума охуел просто. Так, это Мэнди, хорошо. А вы что думали, блядь, нерарная карта, все, блядь, можно хоронить ее. Так, пушка. На оливьежечку и на нахуй Оливье Жиру забивает в финале чемпионата мира. Так, это Мэнди снова отборы делает. Пацаны, посмотрите, бля, это Мэнди, это хорош. А чё, бля, можно? Блядь, как хорошо летело. Прям идеально в створ. Так, Паредес сажать. Хорошо, Паредес вообще успевает отрабатывать. Посмотрите на эту карту, друзья. Друзья, друзьяшеньки, если вы еще не взяли эту карту, то вы должны ее взять, как он ебошит. Так, Паредес, смотрите. Опа, нахуй, сожрал. У него там еще агрессия вроде под соточку, поэтому эта карта, блядь, нахуй на все позиции во вселенной, мне кажется. Да не-не-не, Стоямба. Стоямба, Тео Эрнандес, хорош. Еще один финалист чемпионата мира. Кстати, у меня в составе много финалистов. Как-то случайно это все получилось. Я не специально это все делал. Так, Паредес, хорошо, вот, вот она позиция, друзья, чекайте. На нахуй! На нахуй, бля! Вынимай, бля, Паредес! Бля, что за карта, я просто в охуенезе. Чекайте просто, с какой силой он ебал, блядь. А показывают 127 километров в час. Это что? Я просто как ребенок радуюсь, я вам базарю. Я просто в ахуе был вчера, в ахуе сегодня. И, видимо, еще долго буду в ахуе. Я вам базарю, чуваки. Если вы не взяли эту карту, то вы согрешили, мне кажется. Блять, а у меня тут Атаменди. У меня тут Атаменди. Да, 2-2. Ладно, похуй. Мы в этом ролике не на победу играем. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Кажется, мы проебали. Вообще, этот гол считается за 3, я считаю. Поэтому в этом матче мы победили. Посмотрите. На нахуй. Чё за сила удара просто... На нахуй, блядь. Там Рибьяж, блядь, загнулся. Ну, повтор шикарный, я считаю. Так, я состав не успел посмотреть. Парк Джисун, Бруно Фернандеш. Ну, чекаем. Ух. Первый удар уже в створ полетел. Так, Оливье Жиру. Ну, можно закинуть, чтобы он не расслаблялся. Так, для галочки. Оливье Жиру, как всегда, хорош. Ебался, бля, Паредес разъебал просто в нахуй. Льорис хорош. Так, соперник, ты заебал уебываться. Не... Ну, это было сильно. За Уолкера, бля, положить. Это просто пиздец. Это просто пиздец, блядь. Че он творит? Какой гол он сейчас положил, бля. Посмотрите. Еще мяч прискакал к нему смешно. И на нахуй, блядь. 132 километра в час, блядь, удар. Бля, прикиньте, в финале какой-нибудь такой нереальный лонгшот положит. Может, ставочку сделать, блядь.
Так, ладно, давайте за Пушкаша попробуем нечто подобное положить. Просто для сравнения. Бля, Самуэля то прожрал. Блять, ну пиздец, что за отскок? Чекайте, еще раз показываю вам эту красоту. На нахуй, бля, вынимай, бля. Так, я думаю, это ласт соперник, женоля Криштиану Рональду. А что ты себе флешбека не собрал? Наверное, потому что есть мозги. Паредеса уже пиздит. Смотри, он знает, что он, блядь, будет лонгшотики хуярить. Блядь, женоля, ну все, бега. На нахуй, блядь. На нахуй, блядь. Вратарь даже не шелохнулся. Просто ноль. Гляньте, сколько там на этот раз у него силы удара. 129 километров в час, посмотрите. В девятину, блядь, идеально. Блядь, соперник такой увидел мой гол и понял, что тут ему ничего не светит, блядь. Да у тебя женоля в составе, алло, братан, ты чё, блядь? Чекайте траекторию, на нахуй, бля, идеально просто в 9. Идеально в 9, посмотрите, просто. Идеальней быть просто не может, вы же понимаете, да, это просто... Охуеть. Ну что, друзья, мой видеоролик подходит к концу. Паредес вас всех благодарит за просмотр. Я надеюсь, что вы также со мной получили удовольствие от просмотра его лонгшотов. Опять же, да, я вот такой вот лонгшот-дрочер. Кто-то скажет, что это аркада, это нереально, там вот эти вот душнилы повылазят, что да это мета, блять, это изи забить каждым игроком, нихера. Я опять же за многих пробовал бить вот этим вот ударом. Ну, ни у кого не получалось. Ну вот в данном ролике еще и Пушкаша получилось. Но Паредес, блядь, учитывая, что это бесплатная карточка, которая, блядь, не стоит нихуя, при этом имеет такие статы. Ну, у него талант на дальние удары и сила удара 98. В совокупности дают прям вот такие лонгшоты, от которых просто челюсть падает. В прямом смысле, вы сами видели, сколько нереальнейших и красивых голов он забивал. В общем-то, друзья, пишите в комментариях, как вам этот видеоролик, мне будет интересно почитать, оставляйте ваши лукасы. С вами был я, Пандус, с высочным хорошим настроением. Чао, какао.